Я хотел бы обратиться к правительству с предложением следующего характера. Для государственных служащих и работников государственных предприятий необходимо постоянно проводить семинары или уроки, как мы их назовем, по этичному и вежливому обращению с гражданами. В тех местах, где обслуживается население, государственные служащие и работники государственных предприятий, а это касается государственной регистрационной службы, налоговой службы и всех других служб, где люди оформляют сделки, оформляют землю, квартиры, дома, машины, уплачивают налоги. В этих местах, пока у нас еще полноценной цифровизации нет, но там государственные служащие должны вести себя этично. Не ругаться с гражданами, не оскорблять, не вести себя как царьки, не выгонять. Потому что ко мне приходят обращения, если нужно будет, я их передам. То, как себя ведут, это наоборот наносит урон и ущерб государственной службе. Большая просьба правительству в этой части работу возобновить. Этичное обращение к гражданам – это на первом месте должно быть, потому что то, как относится государственный служащий к простому гражданину, это отношение всего государства он показывает. Поэтому большая просьба донести до премьер-министра этот вопрос. Это не маленький вопрос на самом деле. В этих местах, где обслуживается население, государственные служащие и работники государственных предприятий должны, по крайней мере, вежливо обращаться к гражданам, улыбаться. А к большому сожалению, что происходит? Платишь 500 сом, и к тебе уже вежливо относятся. Платишь 1000 сом, тебя вне очереди проводят. Так не должно быть. Мы не должны покупать вежливость или этичное обращение. В конце концов, с этим надо тоже уже заканчивать. Я думаю, я понимаю, что у них заработная плата низкая, но это не позволяет им вести себя, как они хотят. Спасибо. У меня по данному вопросу все.